Набор веса – длительный процесс, как и похудение. Если после куска торта весы показали плюс 300 грамм – это вода, а не жир. Утром вес придет в норму. Для того, чтобы набрать, необходимо систематически нарушать баланс КБЖУ и переедать. Вы можете пройти наш небольшой тест и получить индивидуальный план питания для похудения по ссылке в комментариях.